Плей-плей-плей, с вами Артплей. Возвращается Magic Brawl. Прошлый видос очень хорошо залетел, так что я тоже хочу этот видос, чтобы, пожалуйста, хорошо залетел. Будем пытаться сейчас выбить. В прошлый раз мы выбили вот эту розу, которая вчера вышла. А сегодня попытаемся выбить кого-нибудь другого бойца. Карта у нас такая, подходит больше под... Давайте Карла возьмем. Magic Brawl включает в себе, кто не смотрел прошлый видос, он включает в себе старый Brawl. Так что скачивайте, он реально очень прикольный. И тут нет таких токсиков. Пока не добавили дизлайк. Скоро токсики, мне кажется, будут, но... Пока что он прикольный. Да. В Brawl Stars сегодня давали прикольный скит на... Ой. Пин тыква. Мне очень сильно понравился. Не то, что он прикольный, он бомбезный. Кстати. Скоро будет нолик Мэйк на Лолу. Она будет ждать своего зимнего скина. Сделайте и пришлите мне в Telegram канале. Ссылка в описании. Блин, зимний скин на Лолу. Кстати, один большой биг спойлер. А спойлер такой. Будет испытание. И в этом испытании надо будет сделать 6 побед. Это зимние испытания. Когда вы сделаете 6 побед, вам дадут бесплатный пин. Вот и все. Это большой спойлер. Больше я спойлерить вам не буду. Все, это был последний раз спойлер. Так. Блин, я не убью Шелли, 13 банок. Так, ого-го-го, Тим. Ого-го, Тим. Ну ладно. 7 кубков. Звездный жетон, награда. 28, блин. Мне сколько надо? Ну-ка. Еще 4. Ой, только с my friend. Буду... забыл вам сказать. Тут обнову делают каждый месяц. Ну, стараются, чтобы каждый месяц тут выходила обнова. Спасибо, что крысите. Зажимают. Давай, Кирка. Ой, Кирка. Кирка. О, Кирка. Я стреляю Киркой. Кто не понял прикол, типа слова Кира Киркой. Если кто еще дальше не понял, то уже не знаю, как вам объяснить. Ладно, погнали отсюда. Мансим. Так. Блин. Да зажимают. Очень сильно. Реально сильно. Кстати, осталось бойцов 4. Так что норм, можно помирать, потому что я их не выжму, но мужчины не сдаются. Ой, talk is my friend. Да я вас вдвоем укокошаю. Ну ладно, не укокошаю. Так, ранг 4. Плюс 5 кубков. И есть. Так, давайте пока что нашаманим. О, саман. Все, мы нашаманили. Давайте возьмем в следующем бою. Нинекво. Ну, открываем. Блин, 2 предмета. Чтобы выпал, тут надо 3 предмета. Мне выпало 2 предмета. Ну, ладно. Попробуем сейчас дойти до большого ящика. Постараемся. И все. Может, там кто-то выпадет.
Ой, так и с my friend. Блин. Очень много банок, которые я боюсь сломать. Кто ждет мой БТК, ставьте лайк. Давайте возьмем другой режим. За поимку. Ну, давайте награду за поимку. Карта. А, ну ладно. Все понятно. Погнали, ребят. Катку. My friend. Сегодня, скорее всего, будет один видос по Magic Brawl, а второй я сделаю опрос после этого видоса в телеге. Ссылка в описании. Какой обзор мне снять? Или какую игру мне снять? Скорее всего, будет какой обзор мне снять. Напишите просто в комментах. И все. Я выберу. За кого-то тоже играть. Добро ко мне еще тут очень долго. Так что плохо. Плохо, плохо, плохо дела. Видос длится уже 7 минут. А мы за 7 минут никого не выбили. Скорее всего, скоро закончится видос. Ранили. Пишем, пишем, пишем. О, не понял. Ладно. Я остановил на паузу, потому что катка была потная. Я проиграл. Он нас ждет, так что давайте помечтаем опять над Леоном. Не, он не выпили. Ладно, ребят, всем пока, удачи. Сейчас будет Лола Мэйк. Блин, нолик Мэйк на Лолу. И опрос. Всем пока, удачи. Желаю вам хорошего настроения, хороших оценок. Бай-бай. С вами был PlayPlay, это ArtPlay.